Привет. Сегодня 20 число, 20 марта. Сегодня у меня первый раз миграционная служба проверяла по телефону. То есть я сегодня должен был приехать в офис миграционной службы, но в связи с этим коронавирусом все же позакрывалось, как бы. Ну, вернее, как, работает только дистанционно, так скажем. Поэтому вчера мне оттуда позвонили, сообщили о том, что никуда не надо будет ехать, потому что все закрыто. И что сегодня они мне позвонят. Вот, позвонят в то время, когда мне надо было явиться. Мне надо было явиться в 9:45. А в итоге проходит это время, 9:45, звонка нету, уже ближе к 10 часам подходит, звонка нету, и я уже сам не выдерживаю, сам звоню им, на что они мне говорят: окей, сейчас мы соединимся с переводчиком и тебе перезвоним, окей. Ну, все, мы поговорили, как бы все стандартно, как ваше здоровье, как себя чувствует семья. Есть ли у вас продукты питания, есть ли у вас вода. Ну и все, и как бы на этом, в принципе, что еще, какие-то данные поменялись, вы живете там же, на этом же адресе. Ну, то есть такие вот стандартные вопросы, вот, которые, как правило, обычно всегда задается при встрече, личной встрече, да, вот, когда мы приезжаем туда в службу ICAP. Вот, и значит... Все это на все эти вопросы я ответил, и сказали, что вероятнее всего, в следующий раз тоже не надо будет приезжать, и наверняка будет, также будет телефонный звонок, и просто мы поговорим по телефону и все. Следующая встреча, следующий звонок был назначен, сейчас я посмотрю, на апрель месяц, это один раз в месяц примерно проходит. Я записал сейчас. На 17 апреля. Да, на 17 апреля на 9:45 утра. Вот, то есть 17 апреля мне будут наверняка также звонить. Ну или 16 позвонят, скажут, что все, не надо никуда ехать, мы завтра вам перезвоним. Вот, так что... Первый раз у меня такое здесь, чтобы никуда не надо было. Хотя я спросил, кстати, по поводу того, что будет ли миграционная служба меня проверять каждый вторник, как вот раньше было. То есть мне надо было находиться дома с утра до 2 часов дня. Что могли прийти, офицер мог прийти, даже не офицер, а работник службы ICAP. И просто физически посмотреть, как мы живем, все ли у нас в порядке, ничего ли нам не требуется и так далее. То есть, как бы, помимо того, что просто, они разговаривают по телефону, я там приезжаю к ним туда в офис, они еще и лично приезжают и смотрят, все ли у нас в порядке. То есть, как бы, если вдруг какие-то возникнут трудности, то, в принципе, они обязаны эти трудности помочь решить. Что связано, то есть все равно, то есть как бы так, любые трудности, которые испытывает семья, да, то есть они должны как бы помогать решать эти трудности здесь, в принципе, за это они и существуют, за это они и деньги получают, и, так скажем, проверяют, да, проверки делают. То есть многие говорят, что это вот ты там под колбаком, тебя там проверяют туда-сюда. Не, ребят, это не то, это неправильно. То есть, когда мы были первый раз в службе ICAP, нам включили такой небольшой ролик на русском языке, где было объяснено, для какой цели была создана вот эта служба и что она должна делать. То есть, в первую очередь, там всегда было сказано, что эта служба в первую очередь нужна для того, чтобы решать какие-то проблемы, которые возникают у семьи на территории Соединенных Штатов, которые находятся вот в нашем статусе. То есть они должны помогать решать вопросы любого характера. Вот.
Так что, если кто-то говорит, что это служба для того, чтобы за вами следить и так далее, нет, в первую очередь это служба для того, чтобы нам помогать. Вот, так что такие вот новости. А я уже, значит, скоро буду подъезжать к городу Фэрфилд. У меня сейчас заявка будет там. С утра я уже съездил на одну заявку в Сакраменто. Вот, на сушильную машину. Ну, там пока клиент, значит, вернее, там клиент решил заказывать запчасть там. И сказал, что как она к нему придет, он позвонит в офис, и я приеду, ее поменяю. Но сейчас заплатил, пока сервискал. Позвонит, не позвонит, дело, конечно, покажет будущее. Вот. Но такие были у меня, кстати, несколько случаев, когда клиенты говорили: не, я сам закажу запчасть, а ты потом приедь, просто ее поставь. Вот. Сейчас, кстати, тоже я еду на драйер, это сушильная машина. Значит, написано, что тоже не греет. Значит, возможно, что термостат накрылся. Ну, это как бы, я не знаю, кто это решил. Вот, поэтому, может быть, это просто как бы как подсказка какая-то для чего-то. Вот. В итоге я сейчас приеду, посмотрю, что там случилось. А вообще, на сегодня у меня 7 заказов, 7 заявок. То есть у меня сегодня опять будет день такой длинный, насыщенный, так скажем. Из них, правда, не все 7 новые, там из них там 3 доделки, если не ошибаюсь. Вот, и они такие все именно как бы не сакраментовские, они все, вот, значит, в Фэрфилде одна и 2 в Вальехо. Поэтому я сегодня поеду до Вальехо съезжу. Вот, сейчас в Фэрфилд заскочим, посмотрим и все, и рванем дальше. Опять мне звонят. Ну ладненько. Всем пока.